На этой неделе команды высшей лиги чемпионата Дмитровского района по футболу провели 10-й тур. На стадионе «Локомотив» встретились команды Рогачева и Заводчанин. Если первая команда участвует в первенстве района уже несколько лет подряд, то вторая – дебютант этого сезона. В ее состав входят представители команды «Дмитров МЖБК», которая в прошлом году играла в первой группе, и коллектива «Русичи». Команда тренируется под руководством двух тренеров. В коллектив входят молодые и энергичные футболисты, вчерашние воспитанники дмитровских футбольных школ. Матч предвещал быть интересным и захватывающим, ведь обе команды примерно одинаковые по уровню мастерства и располагаются друг за другом в турнирной таблице. В первом тайме игра была на равных. Счет открыла Рогачева. Футболисты этой команды перевели игру с одного фланга на другой и доставили мяч в центр поля, где Алексей Журавлев воспользовался моментом и забил гол в ворота соперников. Однако к концу первого отрезка заводчанин сравнял счет, используя похожую комбинацию. Во втором тайме заводчанин произвел замены, что позволило команде завладеть преимуществом и забить гол с углового удара. Однако не всеми голевыми моментами футболисты объединенного коллектива смогли воспользоваться, а в конце второго тайма и вовсе пропустили мяч в свои ворота. Со счетом 2-2 игра была завершена. Конечно, хотелось выиграть, но знали, что соперник сильный. У нас первая игра с ними была очень тяжелая, и как бы там гол такой залетел, скажем так. Равный матч был и сейчас. Поле для нас здесь всегда тяжелое, мы тут очень сложно играем. Учитывая погодные условия, что очень душно и жарко, несмотря на то, что вроде бы матч поздний, но играть было тяжело. То есть. Но сегодня немножко не получилось с бровками сыграть, конечно. Через центр, у них знали, что сильный центр, но с бровками немножко не получилось. Сделали замены, сразу вот обострение, второй гол забили. Еще моменты были в концовке, в принципе. Вот, ну так, а что? Рогачевы молодцы. Они собрали людей, которые несколько лет за них не играли сейчас. Много поигравших там, прошедших школу. Там и московских команд в том числе. После этой игры оба коллектива поднялись выше на одну строчку в турнирной таблице. Заводчанин теперь занимает третье место с 18 очками, Рогачева – четвертое с 17. Лидером турнирной таблицы высшей лиги является команда МЖБК. На втором месте – Синькова. Замыкает турнирную таблицу Деденева. У нас особо таких больших задач нет. Получится попасть в тройку – хорошо, не получится, трагедии не будет. Главные парни собираются, играют. То есть проблем с составом в этом году нет, как раньше. Ну, надеюсь, со следующей игры будем играть нормально. У нас вроде без падов идет. Как бы играем первый год, то задачу как бы ставить, это несерьезно. Вот. Ну а вообще каждый спортсмен, когда выходит на поле, он понятно, что он хочет выиграть. И мы все такие же максималисты. Если мы выходим на игру, то мы хотим выиграть. Не получается у нас выиграть у всех, значит, выиграем у тех, кого можем. Где-то там оступились, значит, обыграем других остальных. Но, скажем так, если мы будем в тройке, то мы будем довольны. Для первого года это будет хороший результат.